чем зацепил, дядя Илья? Да нет, я думаю, там дальше. То ли отвалился, блядь, только что. В очках лучше против ветра стоять. А? В очках лучше против ветра стоять. Ладно. А, вот теперь вижу. Чё видишь? Жёлтое. Жёлтое прям видишь? Надо купить бинокль. На ЗОСе у нас подзорные трубы есть крутые. Ну чё, ты откапывай там. Галош потерял, ёпты. Нет, он специально выбросил, чтобы потерять.